Расмуссен. Можно бросать. И какой бросок! Шайба в воротах. Расмуссен. Оказывается, в углу площадки. И шайба в воротах. Но Расмуссен посмотрел, увидел подключение Антипина. Снабдил того точнейшей передачей. И Антипин подставил под этот пас клюшку. Удел. Ух ты, подправление, и шайба в сетке ворот, это Расмуссен. Денис Расмуссен, шестая заброшенная шайба, 16 набранных очков. Ух, стойка ворот. Стойка ворот, да, с внешней стороны, но звякнуло. Вот момент у Расмуссена. Расмуссен выводит свою команду вперед. Он зверь именно против Локомотива. Ну проводит давайте, какие-то да. потрясающие матчи. Малым штрафом на КСГ команды СКА Евгений Дедовой. Прямо сейчас Денис Расмуссен броском в дальнюю девятку. Расмуссен, новый заход, бросок, гол! Великолепное попадание, Денис Расмуссен.